научу, как это делать. Если у вас есть видение, необходимо представить, будто у ваших детей в центре груди есть белый ключ. Красивенький-красивенький такой. Вот вы должны представить, будто вы этот ключ берете с разрешения ребенка, он должен сказать, да, я тебе отдаю. В руке трясете с правой. После этого говорите, бросаю в океан. Представляете, будто в океан тонет этот ключик. Поднимаете камень и представляете, будто океан надо шумный такой и мощный делать. И представляете, будто тонет такой ключик и ложится на дно океана. Вы берете большой камень черного цвета и накрываете такой ключик. После чего необходимо взять замок и написать, допустим, там дочь 1984 года. После этого ее имя на этом замке и сказать, чтобы рожала. После этого открыть и ключ выкинуть. А вот такой открытый замок где-нибудь у себя дома положить.